Техмету Мекки от фирмы «Шеврон». Компания «Лукойл» и компания «Роснефть». Вот они как раз будут в дальнейшем финансировать. То есть, конечно, 5 лет, пожалуй, многовато для того, чтобы подписать вот сегодняшнее соглашение и начать реализацию проекта. С другой стороны, для России это совершенно уникальное дело. Россия никогда не участвовала в такого рода крупномасштабных международных проектах. И, может быть, нехватка опыта как раз плюс наша традиционная бюрократия как раз и стала причиной, почему это все произошло. Confidence that the international investment community will have in Russia by virtue of this project will have the potential to bring a great deal of business into Russia that otherwise would be somewhat reluctant. Everybody looks for leaders somewhere, and I think this is real leadership that's being demonstrated today. Именно инвестиции в топливно-энергетический комплекс позволят загрузить, к сожалению, стоящие российские заводы сейчас, и инвестиционная активность именно должна идти от ТЭК. Я думаю, уже в этом году будет действительно объем капиталовложения миллиарды долларов, то, чего никогда в России не было.